сегодняшнее утро я начинаю с любви к себе. Сначала глиняная маска для лица и для живота, который худеет, продолжает худеть, а кожа не успевает стягиваться, он такой тут дряблый. С утра я достаточно стройная, кстати. Это я не втягиваю живот, он такой и есть. А теперь вот такая вот маска густым слоем на лицо. Живот пока еще не смыло, он засыхает. На живот потом нанесу крем обычный. Прошло полдня, сейчас 3 часа дня. Я сегодня не буду краситься. Сегодня моя кожа отдыхает от косметики. Поэтому, простите, буду вас пугать. Что я делаю? Я готовлю. О да, сырники! Потому что Алишер накупил много творога, и уже третий день меня достает. Типа, приготовь сырники, творог портится. Поэтому я их делаю. На самом деле, я хочу нормально поесть, но у меня тут бедро индейки, которое с утра размораживается. Оно очень большое. И вот только-только оно начало оттаивать. Я еще рано его резать. Поэтому я сейчас пообедаю сырниками и индейку буду готовить на ужин. Не знаю, что индейку с рисом, наверное, сделаю. Что еще? Пролетели мы сегодня с уколом, к огромному моему сожалению. В общем, медсестра выходная, я слишком поздно об этом узнала, она не брала трубку. Поэтому я не успела там ни к кому другому обратиться. У меня есть еще одна запасная, но уже поздно было, потому что уже 3 часа дня. Поэтому мы пропускаем укол, и будет следующий понедельник. Интересно, завтра она работает? Забыла спросить, ладно, не суть. Короче, я тут занимаюсь домашними делами и собой, и ребенком. Сейчас он там лежит, музыку слушает. Я пообедаю, доделаю сырники, и где-то через полчаса пойдем гулять, уже будет 4-й час. Сегодня день быстро пролетает. Но он так неторопливо начался, я сегодня никуда не спешу, и это очень-очень мне нравится. Мы с Артешей вышли гулять. Я немножко не в настроении, и сейчас хочу пройти как можно больше, пойти к морю. Хочу побольше походить, если встречу какую-нибудь спортплощадку, позаниматься на ней. Раз покачать, если получится. Ну, в общем, это активную прогулку хочу сделать, поэтому запаковала нас обоих по полной. Артёж в зимнем, я в зимнем, потому что мы не на час. И солнца нет, и как-то это... Но небо при этом так вот просвечивает. Ой, машина. Так что идем. И скоро, я уверена, я приду в хорошее настроение. Я просто что-то не знаю. Ну, одной дома как-то стойно сидеть, там полы мыть, скучно, короче. Кстати, позвонила папе, поздравила его с днем рождения. Он сегодня катается на лыжах. Эх. Вот. А мама у меня болеет, у нее дикий-дикий насморк, и у моего дедушки, похоже, то же самое. А собака у бабушки с дедушкой опять мучается с животом, поэтому, ну, короче, трудом на выезде. И мама даже не может приехать помочь им. И ко мне не смогла приехать с уколом. А, вот что я такая забыла. У меня совесть мучает, что я укол ребенку не сделала и сбила график уколов. Вот, я расстроила это. Мы вернулись домой. Я подходила к дому, думаю, дай посмотрю на часы, сколько времени. Наверное, я час отгуляла, оказалось, что я уже 2 отгуляла, даже чуть больше. Зато ребенок уже успел проснуться, такой типа, ну что, мам, давай покушаем. Так что мы пошли, покормила Артёша,
Тут развлекается. Надо поднять его повыше. Я все убрала из кровати, потому что он как червячок ползает на спине от одного конца до другого теперь. Вот. Да, и пытается перевернуться. Поэтому вот так вот. Ты лучезарный мальчик. Радость моя. Поднимает мне настроение, но на самом деле я сегодня раздраженная. И знаете, что меня больше всего раздражает? Вот эти гормональные всплески, которые ничем не регулируются, и вот пока там внутри какие-то химические реакции не произойдут, ты будешь ходить и беситься из-за всего. Вот это вот тяжелая женская доля и везет мужчинам в том плане, что они обычно такого не чувствуют. Я перекусила еще немножко сырниками, но у меня уже вот тут они. Мясо только готовится, я поставила, будет готово, наверное, к 8 часам. Как я и говорила, индейку. Вот она у меня тут. Так что будет индейка с рисом. Сейчас продолжу увлекательную уборку. Очень увлекательную уборку. Хотя хочется просто взять так, лечь и так. Я страдаю, жизнь ужасна. Все кошмарно. Ой, я так люблю это покрывало. Оно такое обалденское, просто нереально. Рекса, ты со своей свиньей. Немножечко надоело. Предлагает мне поиграть. Короче, вот это покрывало, это просто супер вещь. Я надеюсь, когда мы купим кровать побольше, что мы ее купим не через 100 лет, она будет шире, потому что здесь спальное место шириной 140, мы хотим 160. Вообще хотелось бы 180, но если мы возьмем 180, шкаф не откроется. А 160 будет на 5-7 сантиметров шире, чем эта кровать, просто за счет того, что тут ручки есть. Вот, и когда мы купим кровать побольше, я закажу в том же месте такое же, ну, либо же с другим рисунком покрывала, но, в общем, вот такое, только шире, потому что мне безумно нравится. Я кайфую, и оно такое красивое, и вообще в комнате только диван остался из того, что хочется поменять. Ну, и продать флипчарт. Он пока еще не продался, поэтому пока мы не поменялись его. Рекс, ай, нельзя на кровать. Уйди, уйди, уйди. Какая ты невоспитанная. Нельзя. Что про тебя все скажут? Что ты свинка. Смотрите, можно вот так хрюкать. Нет, не получается. Тихо, только не прыгать сюда. Нет, 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 нет. Сидеть, 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 сидеть. О, молодец. И вот правильно, дай лапу, и больше ты ничего не умеешь. А это, знаете, что было? Это был обманный маневр. Так, хопа! Так, спешила, что потеряла игрушку. Дайте мне волшебную палочку, так. Ля-ля-ля! И уборка сделана. Кстати, я же дочитала «Гарри Поттер и проклятое дитя». Я даже не помню, я говорила вам или нет. Вот эту книжку... Опа. Оказалась такая интересная. Я рекомендую всем тем, кто любит Гарри Поттера. И я буду в понедельник снимать обзор на все те книжки, которые я прочитала. Но это я зачитывалась просто, хотя я была очень скептически настроена. И особенно потому, что это в формате пьесы. Видите здесь? Акт 4, сцена 2. Но это оказалось очень-очень классно. Безумно понравилось. Конец! Я так открыла последнюю страницу, думаю, ну почему оно кончилось? Я хочу еще. Вот всегда самое хорошее быстро кончается. В общем, я надеюсь, они будут еще что-нибудь такое писать, потому что это было очень-очень-очень здорово. Посмотрите, что он творит. Все бы ничего. 10 минут назад он лежал вот здесь. Друг мой. Ты так косоглазие заработаешь. Давайте на место положу. Вот так-то лучше. Получилось очень вкусно. Вот она, индейка. Ничего особенного на вид, но так вкусно. А рис не получился. Я не доварила его. Что хотела сказать. Я все сижу и думаю... У меня на канале растет количество подписчиков. Наверное, большая часть из них думает, что у Алисы на голове. Вот так вот лучше. В общем,
Когда у меня будет 100 тысяч на канале, я хочу устроить какой-нибудь большой конкурс с кучей подарков. Допустим, 100 тысяч подписчиков, значит, будет 100 подарков. Ну, конечно, большая часть это будет сигны. Я хочу, чтобы вы внизу в комментариях предложили свои идеи, какой бы конкурс вы хотели. Там, просто репост или что-то творческое. Ну, короче, чтобы было интересно. И что еще я могу сделать помимо сигн для самых-самых? Для тех, кто будет занимать первые места, скажем так. Подайте мне идеи, пожалуйста, потому что я очень хочу вас порадовать. И, в общем, вот, поэтому я хочу услышать ваше мнение. Ребята, я по вашим советам решила попробовать другое моющее средство. Я начала с Санокса, и он лучше Сарма отмыл ванну. Мне понравилось. Единственное, он намного хуже смывается, то есть очень, очень сильно пенится, поэтому им я буду пользоваться, наверное, на выходных, это такая глобальная уборка, а в обычной жизни продолжу пользоваться Сармой. Только Санокс сделал вот такую странную вещь с моей губкой для уборки. Он просто ее разъел. Поэтому сейчас я буду ее заменять на новую. Вот, а эффект мне понравился, так что спасибо за помощь. Пока. Давай снова дальше учить. Будешь, смотри, какая пчелка. Сейчас будем учить испанский дальше. Так. Сестра, ла эрмана. Ла эрмана. Родиться, насер. Насер. Дети, лос ниньос. Лос ниньос. Умереть. Морир. 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 Похоже на мордер. Плакать. О, это сложное слово. Йорар. 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 День рождения. Эль кумплеанос. Кумплеаньос. Эль кумплеаньос. Эль кумплеаньос. Отец. Эль падре. Эль падре. Брат. Эль эрмано. Эль эрмано. Правильно говоришь. Мать. Ла мадре. Ла мадре. Грустный. Тристе. Да. Тристе. Вот. Пожениться. Касар. Касарсе. 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 Влюбляться. Энамарила. Не. Как там? Энамурарсе. 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 Подарок. Эль регало. Похоже на полку. Регаль по-немецки. Полку подарили. Эль регало. Свадьба. Лабуда. Лабуда, да. Лабуда. Лабуда. Ура! Все правильно! Алишер пришел домой с работы. И я пошла гулять с Рексой. Потому что я подумала, может, это поможет мне поднять настроение. Ну, как-то не особо. И вот тут грязище. И Рекса, которая дергается во все стороны. Сейчас домой вернусь и все. Буду Артешу укладывать и ложиться спать. У меня был абсолютно бездарный день. Вот, все, что я могу сказать. А мы с вами увидимся завтра. Я очень надеюсь, что завтра я буду в своем нормальном состоянии. Мне будет весело завтра. Все, всем пока.